друзья, все знают, какая ситуация у нас. Не только в стране, но и в мире. Но мы не должны забывать, что добро всегда побеждает. А побеждает оно потому, что этот мир сотворил наш добрый вездесущий Отец. И у него свои планы. Ну а мы, как его дети, поможем этим планам сбыться. Есть в нашем мире пифии, которые держат связь с другими мирами. И мы рассмотрим несколько предсказаний. Предсказания о новой России, о поселениях нового типа Ванга, Кейси, Мавис, Сибирская отшельница. Предсказания итальянской ясновидицы Мавис. У России очень интересное будущее, которого абсолютно никто в мире не ожидает. Именно русские положат начало перерождению всего мира. И никто не представляет, сколь глубоки будут эти перемены во всем мире, вызваны именно Россией. В России оживет даже самая глубокая провинция. Появятся и вырастут очень много новых поселков на самой периферии. Россия достигнет такого уникального высокого уровня развития, которого нет сейчас, и даже к тому времени не будет ни у одного, даже самого развитого государства в мире. Потом за Россией потянутся и все остальные страны. Прежний, нынешний западный путь развития земной цивилизации очень скоро заменит новый, не технократический, русский путь. Ванга предсказывала в 1996 году. Новое учение придет из России. Это самое древнее и самое истинное учение. Распространится по всему миру. И придет день, когда все религии в мире исчезнут. И их заменит это новое философское учение. В Россию вернется социализм в новой форме. В России будут крупные, коллективные, кооперативные сельские хозяйства. И снова восстановится бывший Советский Союз. Но Союз уже новый. Россия будет крепнуть и расти. Никому не дано остановить Россию. Нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия все сметет на своем пути. И не только сохранится, но и станет единоличной, безраздельной хозяйкой мира. И даже Америка в 2030-х годах признает полное превосходство России. Но видите, осталось совсем немного. И те поселения родовых поместий, возможно, о них она говорит, уже развиваются в России. Их уже в России более 400. Так, смотрим дальше. Россия вновь станет сильной и могучей, настоящей империей. И вновь станет называться по старому древнему имени Русь. Отлично. Прекрасно. Не зря наши все страны объединяют это имя Русь. Великая Русь, Малая Русь, Белая Русь, Серебряная Русь, Сербия, Горная Русь. Вот, это все территория, она, видать, издревле так и называлась Русь. Ну хорошо. Американский ясновидец Дентон Бринки. Следите за Россией. Каким путем пойдет Россия, таким же путем вслед за ней пойдет и весь остальной мир. Но из этого следует, что Россия пойдет каким-то своим путем, не технократическим, которым идут сейчас передовые государства. А она пойдет абсолютно другим путем и окажется впереди всех. То есть это путь, ну, возможно, ведический, антитехнократический. Ну ладно, смотрим дальше. Американская ясновидящая Джейн Диксон. Надежды мира и его возрождения придут именно из России. Ясновидящий Эдгар Кейси. Кстати, его предсказания практически все сбылись. Так вот, он предрекал. Не успеет еще закончиться 20 век, как в СССР наступит крах коммунизма. Но Россию, освободившуюся от коммунизма, ждет не прогресс, а очень тяжелый кризис. Однако уже после 2010 года прежний СССР возродится. После 2010 года. Ну, пока с нами только вот братья-белорусы. Малорусы пока еще не подтянулись к нашему братству славянскому. Но мы ждем. Прежний СССР возродится. Но возродится уже в новом виде.
именно Россия возглавит возродившуюся цивилизацию Земли. Через Россию в остальной мир придет надежда прочного и справедливого мира. Предсказание Парацельса. Есть один народ, который Геродот называл гипербореями, прародителями всех народов и всех земных цивилизаций. Ариями, что означает «благородное». Нынешнее название исконной земли этого древнего народа – Московия. Гипербореи в своей бурной будущей истории познают много. И страшный упадок с великим множеством всевозможных бедствий, и мощный великий расцвет с множеством всевозможных благ, которые наступят уже в начале 21 века. То есть еще до 2040 года. Ну, хорошо. Пророчество 1930 года. Святителя Феофана Полтавского. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Того православия, что было в России прежде, уже не будет. Но истинная вера не только возродится, но и восторжествует. Предсказание сибирской отшельницы Анастасии. В начале нового тысячелетия по инициативе президента России был утвержден указ о безвозмездном выделении каждой желающей российской семье 1 гектара земли для обустройства на нем родового поместья. Каждая российская семья, имеющая свое поместье, становилась свободной и богатой. И вся Россия относительно других существующих в мире государств становилась самым мощным и богатым государством.